И еще один бой тяжеловесов нас ждет, дорогие друзья. Должен был Александр Тор Подмарев драться в главном бою сегодняшнего вечера против Антона Камаза Винникова. Этот бой должен был венчать не только наш турнир, но и матчевую встречу. Однако, к сожалению, получил травму Антон Винников. Александр остался без соперника. На коротком уведомлении был найден наш Патахи, которого мы представим попозже. Он принял бой. Это бой не в матчевой встрече, разумеется. Но от этого он не менее важен. Александр Подмарев, один из ярчайших тяжеловесов нашей страны. 21 победа при 4 поражениях от ничьей. Множество титулов по различным видам единоборств. Ну, конечно, это ученик Александра Шлеменко, который по всем раскладам очень скоро отправится за океан завоевывать там промоушены ведущие. Его соперник Насех Патахи, Ирик Тим, представляющий Иран. Ему 27 лет, вес 115,9 килограмм, рост 188 сантиметров и рекорд 3 победы. Внушительно так выглядит, что его секундант. Колоритные. Очень колоритные, гости. Да, такие здоровущие спортсмены. Представляем участников этого противостояния. И первым бойца, который выйдет на центр из синего угла, он представляет Шторм Шлеменко Файтинг. Ему 29. Его официальный вес 114,8 килограмма при росте 187 сантиметров. Его профессиональное достижение – 21 победа, 4 поражения и 1 ничья. Он чемпион Сибири и чемпион России среди студентов по смешанным боевым единоборствам. Финалист Гран-при ACB Young Eagles. Напротив, представляет команду Арик Тим. Ему 27. Его официальный вес 115,9 килограмма при росте 188 сантиметров. Его профессиональное достижение – 3 победы. Дамы и господа, не знающий поражений из Ирана, вот он, Насех Патахи! В периметре следит наш уважаемый рефери Александр Гребнев. Ну что ж, взгляд хищника. Хладнокровный. Насеха Патахи. Не боится он ударной мощи Тора Александра Подмарева. Ну посмотрим, как будет складываться бой. Чем удивят друг друга два тяжеловеса. Присматриваются друг к другу оппоненты. И вот Тор пошел вперед. Двоечку нанес. Но не потряс своего противника. Ну и противник пока, да, активно не действует. От слова совсем. Первая атака. Хороший джеб на скачке. И вот потряс сейчас бокоухой точно в челюсть Александр Подмарев. Насеха Патахи, еще один удар. Ну и ранец встает. И все. Куда, куда, ну зачем? Там нокаут был с первого же удара, там и добивание-то не нужно было. Это тяжеловесы, да. Конечно.